Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками. Генри Пич Робинсон, Великобритания. Английский художник, фотограф, близкий к прерафаэлитам. Родился и провел свое детство в Ладлоу. Был младшим из 6 детей. Его отец Джон Робинсон был школьным учителем. Получил первоначальное образование Академии Горация Рассела в родном Ледлоу. В 13 лет он стал заниматься живописью и графикой у местного художника Ричарда Пендвайна. Занятия проходили только один год. Впоследствии стал учеником книготорговца и печатника Ричарда Джонса. Работал в книготорговых фирмах, при этом продолжал заниматься живописью в качестве хобби. В 1852 году выставляет свою картину в Королевской Академии Художеств. Знакомиться с фотографией. А в 1857 открыл собственную фотостудию. Студия занималась портретными фотографиями. В 1859 году женился на Селене Гривс, дочери химика. Впоследствии у них родилось 4 дочери. Через некоторое время закрывает студию на время из-за плохого состояния здоровья, вызванного воздействием токсичных фотохимикатов. Робинсон в возрасте 34 лет тяжело заболевает. Переехал в Лондон, создал теоретические работы под названием «Изобразительный эффект фотографии. Рекомендации по композиции светотени для фотографов». Они были опубликованы в 1868 году. Генри Пич Робинсон одним из первых изложил принципы пикториализма в своих книгах. Робинсон считал фотографию не документом, а произведением искусства. Призывал смешивать реальность и живопись в процессе обработки снимков. В это же время его здоровье улучшилось настолько, чтобы открыть новую студию в Танбридже. В 1856 был одним из организаторов фотографического общества в Бирмингеме. Стал вице-президентом Королевского фотографического общества. Был избран почетным членом Королевского фотографического общества. Любой обман, трюк и колдовство любого сорта открыты для фотографа. Можно сделать очень много и создать прекрасные картины, смешивая фотографии, реальное и искусственное, пишет он в книге «Изобразительный эффект фотографии». Составлял часто изображения из нескольких отдельных негативов, одна из первых форм фотомонтажа. Часто персонажей исполняли профессиональные актеры. Постановочные фотографии. Фотография угасания, которая изображает умирающую девушку среди родственников, была также создана из 5 различных негативов. Кстати, критики заявили, что эта фотография Робинсона паразитирует на сочувствие к горе к умирающей девушке и родственникам. Робинсона критиковали за постановочность композиции и за лабораторные манипуляции над негативами. Но критика утихла после того, как фотокартина «Угасание» была приобретена принцем Альбертом, который купил ее копию и после этого стал ценителем, постоянным покупателем фотокартин Робинсона. Большое значение фотограф придавал композиции. Сохранились его карандашные наброски к будущим фотографиям. В отдельных случаях, сделав снимок, он изготовлял отпечаток, пририсовывает вручную к нему набросок композиции всей картины. Искал соответствующую натуру и после этого делал недостающие снимки для окончательной композиции. Робинсон следовал принципам живописи прерафаэлитов. Был под сильным влиянием эстетических взглядов Джона Рёскина и картин Джона Тёрнера, но впоследствии отказался от постановочных фотографий. Умер в начале 1901 года. Ну вот все, что мне удалось найти о художнике, фотографе Генри Пич Робинсон. Английский художник, фотограф, близкий к прерафаэлитам. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.